знаем миф о Ясоне и Золотом Руне. Но о том, что было после его возвращения, история умалчивает. Бодулай вернулся! Бодулай вернулся! Да что там я? Вон, Ясон вернулся! Ясон вернулся! Привет, люди! Привет, Ясон! Ну, рассказывайте, как дела? Мы не писали тебе, не хотели тебя расстраивать. Дождалась тебя, Медея. Медея? Ясон! Дорогая! Не льсти мне! Изменил тебя поход! Ну что ты на меня наезжаешь? Видишь, как люди рады моему приезду! Я тебя умоляю, они всегда реагируют на слова с такой интонацией. Вот смотри. Кошка сдохла! Кошка сдохла! По домам! По домам! По домам! Эй! Тебя 20 лет не было! У тебя совесть есть, я 2 года без секса! Ищите, ищите друг друга, несмотря ни на что! Да ищите. Спасибо, спасибо, нашелся уже! Что это такое? Это руно! Какое руно? Золотое! Аргонавты! Ты что, дурак? Ну ты же сама мне сказала, иди возвращайся с руном! С руном? Да я тебе говорила, без руна не возвращайся! А, ну значит мы друг друга неправильно поняли! Ты мне лучше вот что скажи, изменяла мне? Когда ты за руном уехал, я повстречала мужика. Он к дому нашему подъехал на Мерседесе СЛК. И я бегу к нему навстречу, а он бежит от меня прочь. Но все же я его догнала, и теперь у тебя дочь. Не могу я сидеть на одном месте. Понимаешь, я не чистый грек. У меня в крови цыгане, монголы, амфетамины. Мне нужно двигаться. Вот говорила мне мама, что ты кретин. Причем это твоя мама говорила. Да ты... Ну куда ты? Афродита, богиня моя, именно тебе я и посвятил свой подвиг. Так, стоп. Кому ты посвятил свой подвиг? Здрасте. Здравствуйте. Сейчас я вам ноги ломать буду. Вообще-то я бессмертная и вечная. Ой, я ж совсем забыла, она ж бессмертная и вечная. Ну ничего, ты вечно хромать у меня будешь. А ты знаешь, что тебе за это Зевс сделает? Зевс! Моя золотая! Золотая органа! Да сиди ты! После того, как Зевс меня молнией ударил, я 2 раза битву экстрасенсов выиграла. И вижу, я бежать тебе надо. Дорогая, я все объясню. Так вот, значит, кому ты посвящал свои подвиги? А я, как верная жена, 8 из 20 тебя ждала. Все, ну успокойся. Ну что мне для тебя сделать? Я люблю тебя. Да слезь! Вот ты дурак, Ясон, и боги твои полудурки. Что ты сказала? Я сказала, боги полудурки. Послушай, женщина, в следующий раз... Что? Говори внятней. Видишь? Девочки! Медея! Ну давай, показывай. Да что показывать, вон оно сидит. Слушай, ну хорош. Как звать, Ипполит? Тань, ты больная? Ясон, муж мой! Слушай, ну 20 лет прошло, изменился, наверное. Да не, слава богу, идиотом был, идиотом остался. Чего, не верите? О, гляньте. Кать, у тебя какое кольцо? Золотое. Золотое! Аргонавты! Ой, а я смотрю, на тебя все на подвиги порывается. Ой, да порывается. Ясон на подвиги опять отправится, жена с детьми опять одна останется. И на прощание
Я подзову его, я обниму его, потом прижму его, приподниму его. От ран, полученных ЕСОН, скончается. На подвиги он собрался. Ой, не говори! За этими мужиками глаз да глаз! Слыхали? Прометей в запой ушел. А-ха. То есть орла не стал дожидаться. Сам свою печень начал клевать. Постой, паровоз, не стучите колеса, конадук. Кентавр! Кто с тобой это сделал? Боги? Бери выше, РЖД. Девочки, девочки, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Так, в принципе, ничего. Просто в тамбуре накурено. Как человек-то я за, а как лошадь против. Да какая я теперь лошадь? Пойду я. На Олимп? Да не, на Владивосток. Да они на этом Олимпе что хотят, то и творят. Да я вообще слышала, что на самом деле всем правит Посейдон, а не Зевс. Да ты что? Ой, девочки, бог с ней, с этой политикой. Ну ладно, поздно уже, мы побежали. Да. Пока, Вань. Ну что, герой? Ты меня еще и перед своими подругами позорить будешь? Все, мне это надоело, я ухожу от тебя. Ты уходишь к этой горгоне? Не, я к Афродитке. Ой, ой, дети, идите сюда. Гляньте, что ваш папка учудил. Ах ты, паразит-то такой. Ну, ма. Ма, конечно, мать дура, мать плохая. Лаврик, ты пегасов покормил. Хватит! О, боги! Да когда же все это закончится? Вот видите, проходят года, столетия, а конфликт между мужчиной и женщиной не меняется. Ну, смотрит он футбол. Пьет пиво, лежа на диване. Ну, подойди ты рядышком, присядь, подлей ему пивка. И вместе с ним закричи «Гол!» И ты не заметишь, как он будет рядом стоять с тобой на кухне и готовить с тобой вкусный обед. А вечером он пригласит тебя прогуляться по аллее. И вы вновь будете признаваться друг другу в любви. Добить их надо! Ну, или так. Да, так вернее. Друзья, всем известно, что большинство событий истории 12 стульев происходило в городе Пятигорске. И только у нашей команды есть замечательная возможность показать жизнь потомка, одного из героев этого произведения. Итак, знакомьтесь, Грицацуева Елена Петровна. Что значит пакет бесплатно? Может, еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Ля, деловая какая, а? Мам, привет! Доча, привет! А ты что на рынок приехала? Да детей хочу одеть. А правильно, детей надо одевать. А кто ж кроме нас детей-то будет одевать, правильно? Деньги есть? Да, есть. Да знаю я ваши есть. На 10 тысяч. Особо деньги не трать. Спасибо, мам. Спасибо. Конечно, спасибо. Конечно, спасибо. Чё ж не спасибо? Мать корячится тут с утра до вечера на этом рынке. Чё ж не спасибо-то, а? Вот тебе вынь да положь. Дай, 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 когда ж вы с моей шеи-то слезете уже, а? Мать же тут с 3 утра стоит. Мам, рынок с 7. Я знаю, а я с 3, потому что ящики ворую, куда только Путин смотрит. Мам, Медведев президент сейчас. Вот видишь, Оля, президенты меняются, а мать у тебя одна.
Оля, запомни, меня на один год хватит, больше меня не хватит. Ты уже так 7 лет говоришь. А я вот говорила, а сейчас все, срок годности матери истек. Вот так приятно, если я буду ковырять. Чего вы ее ковыряете? Выбирайте всю подряд. Я тебе... Залина, а ты чего картошку на 5 рублей дешевле поставила? Я говорю, Залина! А что ты картошку... Залина! Ты что картошку поставила на 5 рублей? Я понимаю, что я с утра тебе уже 3 мешка перекинула. Что же ее на 5 рублей дешевле ставить, что ли? Я вот думаю, 10 тысяч немало. Думаю, нет. Думает она. Думать головой надо было, когда замуж выходила. Мам, мы, между прочим, с моим мужем идеальная пара. Доча, идеальная пара – это Новодворская и Вассерман. Вот это была бы идеальная пара. А то, как замуж выскочить, так мы умеем. А как деньги просить, так у матери. Мам, ну что ты такое говоришь? Он хорошо зарабатывает. Ой, где он там работает? В Газпроме. Ирка, а где твой зять работает? Директор фирмы? О, а у нас в Газпроме. То, что он возит газовые баллоны на мотороллере. Это ничего не значит, что Газпром. Сейчас Миллер в джакузи перевернулся. Господи, когда ж ты ума наберешься, а? Ну, мам. У мамы нерв. Поторгуй, я сейчас приду. Света, наливай. American boy, American joy, American boy. Чё, дочь, продала тебе? Да, Петрушку. Ты моя золотая. За сколько продала? 15. 15? А ты знаешь, сколько сейчас стоит пучок Петрушки, а? А ты знаешь, что с пучком петрушки можно прийти на день рождения и сказать «Поздравляю!» У него что, день рождения было, что ты ему подарила пучок, а? А сколько? 16! Оля, 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 Оля! Я ж тебя Викой хотела назвать. Если б ты мать пос... Ой, зятёк, здравствуй. Здрасте, здрасте. А чё ты стоишь там, как бедный родственник мой? Болит? Болит. В больнице был? Был. Чё сказал? Упал. Правильно так и говори. А ещё раз ко мне участковый придёт, я тебе вторую ногу сломаю. А я, между прочим, 10 тысяч детям дала, чтобы оделись, да? Спасибо. Пожалуйста, да. Только ждешь от вас, что спасибо. А ты помнишь, что у тебя дети есть? Я помню, ага, у меня... Ага, кто у тебя там? Сын. Сын? Как зовут сына? И? 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 Иго? 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 Иго-го? Иго-го, во! Ирка, как зовут внука твоего, Леха? Ну вы вообще без фантазии. У нас Иго-го. А ты знаешь, что ему подарили дети подкову во дворе? Подкова — это на счастье. Да, ему две и на ноги. А ты знаешь, что дитё цыгане шарахается, боится, что его уведут? Мать вам сует, как паровоз, а? Ну, хоть какая-нибудь отдача бы, да? Я вам шубу дарил, вы, наверное, забыли уже, да? Да я в жизни этого не забуду, я ж не как панда. Я ж 3 месяца не могла до рынка дойти, меня гринписовцы ловили и в лес увозили. Так сказать, мою естественную среду обитания. Ну, мать! Ума не мать! Вот поэтому от вас муж и ушел. Что такое, говоришь? Ой, господи. Это что ж он меня Остапом попрекнул, доча? Ой, горе-то, горе какое! Мужчина, выбирайте лучок. Горе-то, как... Да сам ты гнилой, ой! Не лукомет! Буш? Нет, не хочу. Иди домой, вся раздетая, разутая сама, по рынку она будет. Я сама детям куплю одежду. Деньги забери. Да не нужны мне твои деньги. Залина, о, стоишь там, посмотри за лотком, пойду внукам одежду куплю. А кто Залина, как не я, вот. Привет, ба. Привет. Твои родители только ушли. Да я знаю, мать просила тебе деньги передать.
2000. А где остальные? А на остальные поеду в Рио-де-Жанейро. Вот порода, а! Весь деда! Иго-го, внучок, куда ты поскакал? Иногда популярные артисты гастролируют. И рано или поздно приезжают в Пятигорск. И так единственное. А потому все равно сколькизвездочная гостиница в городе Пятигорске. Уборка номера. Женщина, 6 часов утра. Какая уборка? Так, а где пепельница? Я не курю. Я курю. Так, а это вы вчера у меня убирались в номере? Ну как убирала? Заходила. А деньги зачем со стола взяли? Ты что, в школе не учился? На занавески. На какие занавески? Тут нет занавесок. Ну, значит, будут. Ладно. А в туалете почему свет не горит? Господи, да что там тебе разглядывать? Да, Сергей Жуков. Ну? Ну? Чё, не узнаешь меня, 98-й год? Нет. Это ж я тебе на концерте в голову туфелькой попала. А чё ж ты туда камень-то положил? Вот ты даешь. Как бы я тебе с последнего ряда стадиона до тебя допросила бы. Ну надо ж, слушай, я так фанатела от тебя вообще. Я даже поправляться начала, когда ты начал поправляться. Только ты как-то смог остановиться, а я как-то нет. Слушай, я сейчас напарнице Таньке позвоню. Да не надо никого... Да подожди. О, это пока до Стаса Михайлова припева не дослушает, трубку не возьмет. Алло, Танюх? Танюх, зайди в 308-й. Зайди! Ну тебе же сказали, ноги подними, пусть женщина полы протрет. Не-не, Танюх, тут ситуация нестандартная. Че такое? Ты не поверишь, какие люди в Голливуде. Серега Жуков, руки вверх. Серьезно? Тот самый из Москвы? Значит, ты Стаса Михайлова видел? Ну, видел. Слушай, а чем от Стаса пахнет, а? Я что, нюхал его? Прозевали момент, да? Ну, ты тоже хороший. Знаешь, мне вот эта песня нравится. Колечко, колечко, кольцо. Так да? Это не моя песня. А я и не говорю, что это твоя песня. Я просто говорю, что она мне нравится. Давно это было, давно. А ты что кашляешь, заболел что ли? Да, горлышко немножко. Танюх? Поняла. Танюха у нас в этом деле спец. Да зачем? Да ладно, чего ты, не стесняйся. У тебя карты есть? Есть. Слушай, давай в секс на раздевании сыграем. Что такое говорю-то? Слушай, давай в секс на раздевании сыграем. А, не, правильно говорю. Да ты не стесняйся, да, я тебе говорю. Да, картошечка. О, картофан. Нет, нет, давай, 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 поближе, давай, сейчас, давай. Давай, давай. Носом вдыхай, ротом выдыхай. Потому что есть картошка у тебя. Да, картошка, ты вздыхаешь зря. Ну чё, как дела? Ой, розовенький какой, молодец. Дело. Танюх, а ну сфотай нас с тобой. Да, давай, давай, давай. 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 Так, подождите, давайте только потом вы уходите. Все, да, это да, конечно. Да, да, вы счет? Да. Ага, в щечку меня поцелуйте, да? Угу. Алло? Сейчас, секунду. Не-не-не, не уходи, сейчас она придет, ага. Ну хорошо, давай. Кто звонил? Никто. Спасибо.
Оль, не знаю, я тебя вообще не понимаю. Если бы тут Стас Михайлов был, я бы с ним давно уже. Да ты уйдешь или нет? А, поняла. Ухожу и включаю пылесос. Сережа. Нет, вы нормальные? Нет. Ну, у меня концерт завтра с утра. Ну, отдыхать надо. Давайте все, до свидания. До свидания. Мне еще душ принять надо. Подойди поближе, присядь со мной рядом. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, и губ слияний нежных мне больше никогда не испытать. Нормально и нет вообще. Алло, да, дорогой. Где? На работе! Пылесошу, Станька, где я? Такие мужики, да! Лежит тут в кровати, Сергей Жуков ждет меня. Че ты там свистишь? Зубы ставь, смеется он. Да знаю, знаю, что сама виновата. Давай. Послушайте, вот мне подожди, кажется... Подожди, Сереж. Прости, у нас ничего не получится. Да нет, вы да не так поняли. Да дело не в тебе. Просто понимаешь, у меня, как у миллиона твоих поклонниц уже давно. Семья, дети, бытовые проблемы. Ну, всех нас связывает одно. Это яркое воспоминание о тех временах, когда у нас не было детей, семьи, бытовых проблем. Спасибо, Сереж. Спасибо. Таня, не надо уже, выключай. Просто контакта не было. Да, ты права, контакта не было. Господа, 2061 год, пятикратный чемпион клуба веселых и находчивых команда «Город Пятигорск» уже не играет в КВН. И единственный день в году, когда команда собирается вместе, это день рождения ее капитана. Так, иди сюда, давай, ага. Еще раз я тебя увижу, убью. И своим передай. Воскресенье. День рождения у меня, сейчас припрутся. Как бы лучшие друзья опять подарят книжки, рамки и кастет. Но его рядом нет. Пошли, пошли, а ну хватит, ну что с вами? Почему я должна каждый год ходить на ее день рождения? У меня может быть план, у меня в конце концов семья, дети. Катя, нет у тебя ни семьи, ни детей. Потому что я каждый год хожу на ее день рождения, потом полгода в больнице лежу, потом восстановительный период, а потом опять ее день рождения. Это же не жизнь, это замкнутый круг какой-то. Оля! Ребята! Че, пить будете? А, нет. Че, пить будете? А капните мне, пожалуйста, коньячку. Ольга, да весело, день рождения, Ольга! Потрясающая обстановка, потрясающая атмосфера. Мне хочется петь, мне хочется танцевать. О, кто это у нас тут? Мужчина такой за столом, очаровательный. Поехали ко мне, зашел. Опять не успела, да? Каждый год одно и то же. Мама, мама! А! Господи, никак не привыкну к тебе. Доча моя, Дотя. Маме подарок приготовила. Сейчас доченька сыграет на рояле. О, 3 года сольфеджи, безумно талантливый ребенок. А-та-та. 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 Молодец. Сидеть!
Та-та-та-ра-та. Юра, у тебя дом горит! Ну идите, причина ж уважительная. Ура! Стойте! И мой подожгите. Браво! Браво! Бис! Нет! Просто браво! Доченька, а что нужно сказать? Бог вам судья! Дети! Пойди, оторви Барби голову. Оля, у тебя такая дочка милая. Так на наших сказках же воспитывается. Помните, в 2035 году мы на финале сказку показывали? Да. Так вот это самое ее любимое. Сказ о том, как баба-яга Василису украла. Отчего так хорошо? От того, что у других все очень плохо. Так, давай сюда. Вот. Василиса, шлап ты домой! Домой? Нет, домой не хочу. Дома скучно. Почему скучно? У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Папе с мамой 80 лет. Вот почему. Страшный ты человек, Василиса. Я страшный? Страшный. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех румяне и белее? Послушай, девочка, если ты еще раз заклеишь мне рот... Подождем. Сначала сидишь, давай, юбку надевай. Ира не выйдет. Давайте. Да когда же это закончится? Слушай, баб... Ай, иголка сломала. Ненавижу! Да что ж такое? Четвертый Кощей за неделю. Что, любила его, да? Любила. Хочешь, я тебе его завтра... приготовь. Василиса, я же злой персонаж. Не заставляй меня молиться! Христом Богом, прошу, иди домой. Так, слушай, бабка, ты меня украла. Украла. Я, Василиса, прекрасная. Прекрасная. Кто меня должен спасти? Принц на белом коне. Все, сижу, жду. Навсегда. Отличная сказка, правда? А что, ребята, а может караоке попоем, а? Давай. Танюх, найди Стас Михайлов, царство ему небесное. Что? Когда? Че? А тут, господи, что с ним будет-то? Песня у него новая, царство ему небесное называется. Ай, аккуратней, на ногу мне наступила. Ну а ты не разбрасывай свои ноги, куда попало. А ты смотри, куда идешь. Да девочки! Ну что вы ссоритесь? Мы же как сестры. Пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры». Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не секс. Так, девочки, давайте смотреть правде в глаза. Красотой мы не возьмем. Понятно? Это ты про себя, лошадь, говори. Ой! А ты, Катерина, шустрая, да? Да. Вчера с моим Тихоном на сеновале голышом кувыркалась. И что? Думаешь, я не видела, как ты на него смотрела? А где Тихон? Тихон в лесу, бьет по лицу лесу, плачет барсук у трупа лося. Тихону пить нельзя. Я сколько раз говорила вам, а? Я не наливала. Ой, да вы мне просто завидуете, потому что я эталон женской красоты. На что там талоны у тебя, я не расслышала. Ага. А ты уши почисть. Не надо. Да что ж это такое, а? Да когда ты... Успокойтесь! А почему ж ты такая злая? Это я злая! Я давно наблюдал за тобой и понял. Я люблю тебя!
Как зовут тебя? Велосипед. Это я почему раньше-то злая была? Потому что у меня велосипеда не было. Когда-нибудь мы станем лучше и мудрее, чем теперь, и бросим взгляд с высот уже прошедших лет. Как будто снежною лавиной сорвется в этом зале смех. Поймем, что счастье нашего секрет. Все говорят, что серьезней пора становиться. Каждый момент проблемы так сильно влюбиться. Надо бы остановиться. Но не могу. Не могу и не хочу. В поисках Атлантиды можно заплыть на самые неведомые глубины. Команда «Город Пятигорск» представляет сказку «Русалочка». Морской дьявол! Русалкой быть, как эта участь тяжела. Тяжелой быть русалкой ноша непосильная. Мужчины видят лишь, что я наполовину чешуя. Но килограмм на 50 я все же женщина. Где же ты, любимый принц мой? Помогите! Тону! Вот он, мужчина моей мечты. Вот он, ребята! Мужик! Мужик! Здоровенный! Наконец-таки ты очнулся, принц. Я так долго тебя ждала. Купидон! Тихо, спокойно, не двигаемся. Тихо. Беги, мужик, потом отблагодаришь. Морской дьявол! Я найду тебя, принц! И тебя, Купидон! Ну, чё ты орёшь? Привет, ведьма. Привет, на себя посмотри. Послушай, мне очень-очень нужны ноги. Ой, ну есть у меня ноги, но взамен тебе придется отдать мне свой голос. А как же я пойду голосовать на выборы? Я социально активная русалка. Я что, тебе ногу в урну буду сувать, что ли, а? Ну хорошо, тогда $1000. Сколько? Да ну их знаешь куда. А с установкой 1500. Ты опять? Слушай, вот меня эти дайверы веселят, а, честно слово. А как тебе ведьма на ладошке, а? Это кто? Андрюха Макаревич, да. Прикол покажу. Да ладно. Ты б мне хоть одну фотографию привез. Я говорю, хоть одну фотографию бы принес. Ладно, Андрюх, давай, до встречи. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Послушай, он прогнется под нас. Теперь с тобой. Ноги придержи, деньги я найду. Ша. Здравствуйте. Я слышал, вам нужны деньги? Да. Но взамен мне нужен ваш голос. Вы что, сговорили, что ли, все? Вы кто? Я Михаил Прохоров. А зачем вам деньги?
Я хочу сделать ноги, стать красивой и завоевать сердце принца. На что вы надеетесь, русалка? А вы на что, Прохоров? В итоге, мужика нет, денег нет, я толстая. Как бы на моем месте поступил человек? Дельфин русалку полюбил глубоко трепетно любовью. Дельфин русалку полюбил. Дельфин русалку полюбил. Ну что, нашла деньги? Не нашла я ничего. Ты что, пьяная, что ли? Да я пиво с рыбой пила. Не, я-то еще ничего, рыба в хлам вообще. Ну что ты убиваешься вообще? Чего убиваться? Зачем тебе вообще принц? Что ты себе в море никого не найдешь, что ли? Со мной морской тюлень живет по принуждению. Приходит он ко мне по моему хотению. Стирает, убирает, постель мне заправляет. Жизнь показала, что тюлень олень. Настоящий мужчина, понимаешь? Да посмотри ты на себя, русалка! Тебе нужен русал! Точно, русал! Ну вот! Русский алюминий, контрольный пакет акций. Это ж у меня столько бабла будет! Все принцы мои, мам, не горюй! Руся, ты хор давай, честное слово! Слушай, я тебя очень прошу, дай мне ноги. Ну нет уже! Остались только вон левая 36-го, правая 42-го размера. А как это? Сборная России по футболу приходила, все ноги разобрали. Я им главное говорю, ребята, мерите, мерите! Нет, похватали, побежали, довольные! Фу! Ну, я не знаю, ну давай хотя бы эти. Ох, русалка, как ведьма я тебя, конечно, ненавижу, но как баба понимаю. Бери! Ну чё, как? Ой, ничего, слушай, удобно, да. Значит, сейчас соберись. Ага. Грудь вперед, ага. Плечи назад, ну? Подбородок приподнятый, взгляд акулы перед броском и от бедра. Пошла теперь одна, пошла, вот пошла. Вот так, нормально? Нормально. Вот хорошо, а? Принц, я иду к тебе. Суша, 2 часа спустя, полицейский участок. Где вы работаете? Я принц. Принцы не работают. Слышь, Петрович, ты походу принц. С вами. Фамилия, имя, отчество. Русалка Атлантида Тритоновна. Зачем вы топили потерпевшего? Я его не топила, его хотела с родителями познакомить. Вы кто? Купидон. Зачем вам лук и стрелы? В людей стрелять. Слышь, Петрович, ты, походу, еще и Купидон. Что вы делали в 4 утра на набережной? Ну, я же вам уже говорил. Занимался любовью. Я имею в виду до нападения. Целовались мы. Неправда! Я б тебя в жизни не поцеловал. У тебя усы. Это у меня от бабушки, оно у меня сом. Да как ты не поймешь? Не люблю я тебя! Ну, мужчины, ну что вы за народ-то такой, а? Если у женщины усы и хвост, ну что, ее теперь не любить? А мы, между прочим, ради вас и в огонь, и в воду, и на край света. Вот я ради тебя такой путь проделала, а ты мне говоришь, что не любишь. Вот что? Что, скажи мне, что мне теперь с этим делать? А? Я говорю, что мне теперь с этим делать, а? Так русалочка нашла свою любовь. Как и в нашей сказке, в жизни не все гладко. И бывает так, что не везет любви. Только нам не нужен, слышишь, никому не нужен.
праздники – это добрые события. Но венцом этой доброты является свадьба, где главный действующий персонаж – это мама. Алло, Тань, поздравь меня, я выхожу замуж! Так, а вот там, где обоина оторвалась, плакат повесьте. Дети, кто вас придумал, что вы стоите без дела, дуйте шары? А свадьба будет 12-го, 12-го, 12... 7-го, 7-го, 7-го. 10-го, 10-го, 10-го. Вот так, где ты уже, вот здесь сидишь. Свадьба будет сегодня! Мама! Не благодари. Да как сегодня? Ты что, ничего не готова? Как это не готова? Мама все порешает. Мир не без добрых людей. Ага, ага, Ирка, да. Четыре будут, куда денутся, ага. Так, с ЗАГСом я договорилась. 4 часа пойдете, тетя Ира вас распишет. Что только люди не сделают за палку колбасы, а? Мама, у меня даже девичника не было. Степа! Что? Рубль подними. Вот, стриптизер был, я подруга была, девичник удался. Мама! Не макай, Игорь, неси кольца. Как где? Где всегда? В серванте, в рюмке, да. Так, теперь с тобой. Ты там давай не пырхайся, не ерепенься. Что? Не знаю, мать должна какие-то напутственные слова дать. Мама, где свадьба будет? Как где? В Ласточке. В Ласточке? Ты там свой юбилей отмечала. Да не волнуйся, там уже все восстановили. Гады, ненавижу, поймай, руки поотрывай. Так, в чем дело? Кто-то опять все это барахло на мою машину повесил. Да ты посмотри, а четвертый раз машину разряжает. Ты понимаешь, у нас свадьба. А я тут при чем, женщина? Свадьба ваша, а бензовоз мой! Мама, бензовоз! Дочь, а что было возле подъезда, то и нарядила. Не волнуйся, мама все порешает, только папу твоего найдет, а? Коля Поросит, где ты есть? Всю кровь мне выпил. Ипотеку взял и в кому впал, а я выплачивала. А почему в кому впал? Потому что я узнала, что он ипотеку взял. Коля! Фу ты, блин, а! Коля, ты что, еще не одет? Фу. А музыка какая будет? Я не знаю, ты сама выбирай. Мне вот это нравится. Забыли. Что забыли? Покрестить тебя забыли. Детей вам надо сразу заводить. Мы пока не планировали. Мама все порешала. На первое время у Петровых Стасика возьмете. Ну что, девоньки, отправляюсь в поход я. Что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек аленький. Вы что, издеваетесь? Я спрашиваю, что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек аленький. То-то же. Вот видишь? Дядя Валера раньше белке со 100 метров в глаз попадал. А сейчас она ему мстит. Ой, мам, слава богу, мой Павлик не пьет. Доча, какой Павлик? Сережа! Мам, какой Сережа? Мама все порешала. Сын депутата просто так на дороге не валяется. А я шла и подняла, понятно? Едут, едут! Здрасте. Сынуля. Мамаша, а? Договоримся сразу. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Ха. Говорит, как твой папа в нашу первую брачную ночь. Катюша, хочу вам сразу сказать, я против этой свадьбы. Меня заставляет отец. А меня мама. Люди добрые, свадьба будет в доме нашем. Ой, Господи, ну что, дети, бегите в ЗАГС. Мама, ты! А я что? А я за тортом или за тортом? Да я и то, и другое привезу. Давайте, бегите. Горка! Горка! Ура! Помню, как еще вчера прибежала ко мне однажды. Грудь упала, плачет. А я ж мать, я с сердцем чую. Перегар. Хорошо не убила. Да лучше б убила, сейчас начнется. Баба дай, баба ням-ням, баба я все. Ой, поскорей бы внуки.
Оля, паразит, я тебя когда-нибудь прибью, честное слово. В Пятигорском цирке самое интересное представление разворачивается вовсе не на арене, а за кулисами. Какую лучше кофточку? Давайте вот эту светлую. Хорошо, кофточку. Хорошо, поняла. Так, а где ребенок? Сейчас. Угу. Это что, ребенок, что ли? Ну, каникулы у детей, не сезон, извините, пожалуйста. Вы текст выучили? Да. Так, давайте, предрасположенность. Как? Предрасположенность, повторите. Да, все нормально будет. Так, начинаем, все по местам. Спасибо, Пятигорск, спасибо. Мы не были у вас 6 лет. Фу. Слушайте, так горячо, нас уже давно не встречали. Встречали и погорячее. Женщина, что вам? Автограф? Ты мне свой автограф уже оставил 6 лет назад. Как говорится, цирк уехал, Коленька остался. Так. Вот, полюбуйся, сынок. Папка твой. Так, я вас первый раз вижу, и сын тоже не мой. Слушайте меня, свободные жители Пятигорска. Этот человек не боится тигров, но боится ответственности. Какой женщина? Спасибо. Женщина, выключите магнитофон. Стыдно при людях. Хорошо, поговорим наедине. А ну говори, признаешь ребенка? Это ребенок? А чего он не бритый? Можно подумать, ты в 6 лет брился. Да он выглядит старше, чем я. Да, рано Коленьке пришлось повзрослеть без отца. Женщина, ну посмотрите на него, ну какой он вам Коленька? Можно подумать, на тебя смотришь, сразу Эдгард в голову приходит. Папа! Так, мужик, отойди от меня! Сынок, иди погуляй, нам с папкой поговорить надо. Женщина, я вас первый раз вижу. Забыл, как ты ко мне в столовку приходил, пельмешки наяривал. Бессовестный! Видит нецелованная, небалованная девчулька 36-летняя. Да не знакомы мы. Конечно, незнакомый, воспользовался и бросил. Мама! Да, сынок. А можно я подожгу обруч и заставлю Барсика прыгать через него? Зачем, сынок? Не знаю, но очень хочется. Такое чувство, что генетически предрасположен. Да все тут ясно и без слов, сынок. Иди погуляй. Я так понимаю, вам, наверное, от меня деньги нужны. Да как ты мог так подумать обо мне, матери твоего ребенка? Думаешь, сунешь эти жалкие 100 тысяч долларов, и я ушла? Стоп! Я не предлагал вам 100 тысяч долларов. Да хоть 90. Видит, у женщины положение безвыходное, торгуется, стоит. Слушайте, да вы сумасшедшая, я полицию вызову. А ты не ори на меня, я тебе не тигра. Я и лягнуть могу. Эдгард, можно ваш автограф? Конечно. Вы меня, конечно, извините, это не мое дело, но там на улице мальчик бегает на вид лет 6. Так похож на вас, хоть бы грамульку от матери взял, весь в отца. Так, хватит, мне надоел этот цирк. Цирк? Ну, наконец-таки ты решил вернуться в семью. Женщина, простите меня, пожалуйста, но идите вон! Значит так, а ну выбирай, или сын, или я! Скажите, а вам не кажется, что это вот безальтернативные выборы? Да не говори, сама на выборы ходила, главное билет... Так, ты мне зубы не заговаривай! А ну быстро говори, признаешь ребенка или нет? Нет! Эдгард, поехали, нас ждут. Оля? Привет. Как дела? Хорошо. Как Коленька, все не бреется? Так,
6 лет, маленький же еще. А пелемешки свои все еще лепишь? Леплю. Ну, ты не бросай, это все же творчество. Я думал, больше не увижу тебя. Ну, увидел. Увидел. Больше? Гораздо. Наконец Ольга встретила того, кого ждала долгие 6 лет, для кого берегла любовь и ласку, ради кого жила. Женщина, да выключите вы магнитофон! Так, подожди, я не пойму, ты что, знаешь ее? Конечно, знаю. Приходила ко мне 6 лет назад. С Коленькой. Так я не поняла, ты что, знаешь его, что ли? Конечно. Мы же братья. От аферисты, а? Да кто бы говорил? Перед вами выступали братья Табашные! И команда КВН «Город Пятигорск»! Что вы здесь делаете? Почему вы передвинули мебель? Почему мама поставила чужие тарелки? Сама в шоке. Обычно, когда гости, мама чужие тарелки прячет. Так, это моя квартира. Сейчас я вам паспорт покажу. А давайте в шахматы сыграем. Какие шахматы? Где мой паспорт? Шах. Он у вас? И мат. Никишина, Евгений, улица Строитель. Город Москва! Да, деточка, Москва! Город больших возможностей! А это Пятигорск! Город больших потребностей! Так, подождите! Как Пятигорск? Так, каждый год мы с мужиками ходим в баню. Везет! Я в бане с мужиками лет 10 не была. Я все понял. Я должен был лететь в Петербург, а прилетел в Пятигорск. Дошло все-таки. Что дошло? Письмо. Деду Морозу. Какому Деду Морозу? Ирке, подруге моей, она в Домодедово в кассах работает. Надо ей Магарыч поставить. Так, верните мой паспорт, меня дома мама ждет. А у меня мама внуков ждет. Вот, кстати, она. Мам! Зачем ты передразниваешь зиму? Ну, не люблю я ее. Где Ипполит? Мам, ты что? Ты же знаешь, я уже 10 лет как вдова. Мам, зачем ты передразниваешь Ипполита? Тебе не угодишь. Чего ты так рано пришла? Да там соседи уже тарелок хватились. Пойду к другим соседям. Хочешь меня? Нет. А есть хочешь? Да. А связь улавливаешь? Ладно, садись, ешь. Какая гадость это ваша заливная рыба! Чего? Я хотел сказать, радость, радость, это ваша заливная рыба. Чего? Что, брешет мне? Как будто я не знаю, что это гадость. Алло, мужчина, помогите. Я в Пятигорске с незнакомой женщиной в квартире. Что мне делать? Дружище, да с кем не бывает. Ты принимай наш препарат. Там 10 капсул, надолго хватит. Чё, восьмерку забыл набрать, да? Женечка, а давайте потанцуем?
Надя, а вы мне поначалу так не понравились. А сейчас? А сейчас начало. Наденька! Менты! Ну, показывай. Вот, знакомьтесь, это мой жених. А я не жених, я заложник. Собака лаяла на дядю фраера. Стыдно, молодой человек. Женщина от одиночества на стену лезет. А он шутки шутит. Пойдем, пусть сами разбираются. Пошли. Надя, из-за, под, над... Перестаньте искать предлог, чтобы уйти. Если вы решили, что это не судьба, уходите. Опять метель, и мается былое в темноте. Господи, Надя, вы поете голосом Аллы Пугачевой. Ага. А ты в два раза моложе меня. Я же говорю, это судьба! По мотивам фильма «Кавказская пленница». Эту историю нам рассказал Шурик. Шурику Юлик, а Юлику сам Гайдай. Позже на основе этой истории Леонид Гайдай и снял свою легендарную комедию. А вот путанный пересказ Юлика лег в основу нашего повествования. Итак, «Кавказ. Наши дни». Товарищ Сааха, все хорошо, она ждет. Шлап сними. Ага. Ассей! Ты кого украл? Что слышно? Товарищ Сааха! Ути-ути-ути! Ты кого украл, я тебя спрашиваю? Эй, что не нравится? Комсомолка! Да? Вообще-то в комсомол последний раз 25 лет назад принимали. Видимо, успела. Во-вторых, спортсменка. А ты ведь спорта не додумался уточнить? Ну ты же сам говорил, вольница. Я говорил, свободная женщина. И, наконец, извини, конечно, но я просил просто красавицу. Слушай, обижаешь. Ты ее на татами видел? А как она поет? А ну, Нина, спой. То, что мы с девочками в стройотряде пели? Да. Че ты гонишь мусор-шнягу не по делу? И пугаешь, падла, бабу Колымой? Как она? Я извиняюсь, а вы в этом вашем отряде что строили? Да что там строили, в основном валили. Я не буду на ней жениться. По закону гор обязан, украл, женись. Правильно? Послушай ты, Нина, я глава района. Если б я женился на всем, что украл. У меня бы в паспорте уже страницы закончились. И вообще, я буду плохой муж. Придется воспитать. Я буду много пить. Я буду помогать. Я буду изменять. Ха-ха, тем слаще будет месть. Я не хочу детей. О, я не хочу детей. А дети уже есть. Хлопцы. Нина, у вас четверо детей? Как четверо? А где Хасик? Хасик! 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 Ни о какой свадьбе не может быть и речи.
Ах так? Ну все, сейчас начнется. До сервиза дошла. До кур дошла. До коров дошла. До Берлина дошла. Ладно, я согласен. Он согласен! Знакомьтесь, это мои подружки по секции вольной борьбы. Бамбарбия. Кергуду. Они совершенно не говорят по-русски, но выступают за Россию. А у нас для тебя подарок есть. Вот, сережки на свадьбу наденешь. Ой, девчонки, спасибо. А что, не поломаны? Ну, какие уши такие сережки. Давай. Давайте. Давай, пока. Наконец-таки, товарищ Сахов, мы остались с вами наедине. Стойте! До свадьбы не будет! Я слышал слово «свадьба»? Вы кто такой? Клиника предсвадебной пластической хирургии «Чик-Чик» и «Чика». Кто невеста? Я так и думал. Какая должна быть? Не, ну тут все ясно. Тут минимум полгода надо. Нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Год, 5-10 я готов ждать. Слушай, ты меня достал. Тоже мне завидный жених. Можно подумать, я себе никого не найду. Ну, если честно, так можно подумать. Что? Да вы что, вообще, что ли, а? Что ли случилось? Оль, что такое? Послушайте, уже третий сезон. Я играю каких-то монстров. Издеваюсь над людьми. Держу всех в страхе. А взаимности от мужчин добиваюсь силой. Все сидят, смеются. Господи. Господи, как же я по этому соскучилась. Где-то на белом свете яблоку негде упасть. Крутятся спиною люди, чтоб на игру попасть. Ведь ты не хоть вернулся, снова к тебе Москва. Чтоб в декабре услышать главные слова. Самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья. Закрой рот. Я тебе сказала, закрой рот. Читай еще раз условия задачи. 33 емлекопа. Чего? 33 емлекопа. 3 землекопа! Что они делают? Копают. Копают! Так, давай с русского начнем. Господи! Отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно. Мама, в школу сказали 400 рублей принести. А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать? Мам! Не мамка, учи уроки! Сопля, выходи! Так, стоп! А кто это кричит? Князь. А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает? Князь. А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю. Шубись, мать сопли идет! Я тебе сейчас дам, мать сопли! Ма, ну можно я мультики посмотрю? А мультики? Здрасте, соседи, чё орёте опять? Чтоб вам было чё под дверью слушать. Чё припёрлась? Соль займите. Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси? Чё, уроки делаете? А мой в приставку играет? Так,
Знаете, что я вам скажу? Балуйте вы своего князя! Взяла соль? Взяла! Чеши отсюда, княгиня! Барсик! Барсик! Паразит, а котлеты не жрет. Ладно, Валера придет, разогрею. Всем привет! Привет, пап! О, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила. Чё соседка? О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, а? Чё ты начинаешь? Я еще и начинаю. Ну чё ты? Да пошел ты. А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Где ты видел? Ну, на улице видел. Чё, прям сильно поправилась? Ты вот такая. А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома... Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть. Звоните 39-77-15. Муж на час. О, Валера, целый час. Учись. Люба, да это они про электриков. Да хоть бы и про электриков. Он звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди... Чё ты сидишь? Иди коврик резиновый постели, сейчас моя мама приедет. Так может не надо тогда стелить? Я тебе сейчас пошучу. Любка опять обувь поразбросала. Это не дочь, а наказание какое-то. Мам, чё ты на меня все время кричишь, как будто я тебе не родная? Так сиди, не мамкой. А где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку. Ну, бабушка. Иди, поцелуй бабушку. Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Какой? Рапунцель. Это что, про евреев, что ли? Наши надо мультики смотреть, они доброте учат. Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мама. Пусть подожди. Мама меня непременно найдет. Мам. Ведь да так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Мам. Да ты дашь мне с бабушкой поговорить, дебила, кусок. А Валерина внука! Мам, что ты на меня кричишь, как будто я тебе не родная? Вымахала кобыла! Бу-б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 у! А что вы разорались тут? Что ты вышел в сцене три человека? А что, теща человек, что ли? Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг другу люди. Команда КВН «Город Пятигорск». Статистики никому в России люди не доверяют так, как цыганкам. И никто не проверяет так, как полиция. По мотивам бессмертного произведения Бизе «Кармен». Это было обычное утро на Казанском вокзале. Пестрой толпой на перроне появились цыгане. Серьги, золото, телефоны, зарядки тонкие и пульты. Среди цыган особенно выделялась красавица Кармен. Юная, невинная, многодетная цыганка. В то утро я пришла на работу вовремя. Ведь как можно опоздать туда, где живешь? День обещал быть прекрасным, пели птицы, светило солнце. И к тому же один человек собирался передать мне крупную сумму денег. Осталось только выяснить, кто. В этот момент на вокзале появился летучий эскадрон ППС. Ревностно следящий, чтобы никто на вокзале не нарушал закон бесплатно. Мы вокзал Агатэ-Марины, аудиторы паспортов. Молодой сержант Хосе был ослеплен красотой молодой цыганки и поэтому решил пофлиртовать с ней. Документики предъявляем, гражданская.
Кармен понравился его игривый тон, и она решила продолжить разговор. Отвали, начальник! Их диалог заметил капитан Цунига. Капитан Цунига был истинным представителем закона, то есть имел о законе весьма смутные представления. Отстань от девчонки! Она в этом месяце уже платила. Прошла неделя, но жгучая цыганка не выходила у Хозе из головы. И вот в один из дней он решил открыться Кармен. Кармен, я это, хочу от тебя детей. Да легко. В этот момент на вокзале появилась невеста Хозе, ночная бабочка Микаэла, которую с Хозе связывали долгие теплые экономические отношения. Ночная бабочка, я моль семьи, любови. Греховный жалкий мотылек, комар дорог. Привет, любимый. Проанализировав ситуацию, Кармен все поняла. Любимый, тьфу на тебе три раза, кобель. Так Хозе потерял Кармен. Прошло 30 лет, но не для РЖД. Все эти годы он продолжает искать Кармен. Хозе уже совсем отчаялся, но вдруг его осенило. Объявление по вокзалу. Гражданка Кармен, вас ждет Хозе. Повторяю, вас ждет любимый. Нумерация с головы. Кармен? Хозе? Капитан Цунига? Ты что, любишь его? Нет, я люблю тебя. Ты что, любишь его? Казанский, Ярославский, Ленинградский. Вся жизнь пролетела перед глазами Кармен. Стойте, не стреляйте. Стреляйте. Так добро победило зло. Ведь, как мы помним, полицейские были коррумпированы, а Кармен на самом деле была сотрудницей отдела по борьбе с коррупцией МВД России. Ну, по крайней мере, у нее было такое удостоверение. Друзья, любите классику, особенно Кармен. Тема STEM-а земляки. По нашему мнению, земляками могут быть самые обычные соседи по даче. Итак, дачный поселок Бережки. Так, картошку мелкую не бросайте, отбрасывайте ее, я с ней не буду возиться. Сварите кабачки, не потопчите, через неделю уже собирать. Кажись, машина подъехала. А ну, быстро сворачивайтесь. Белые розы, белые розы. Так, я не поняла, что здесь происходит. Ольга Александровна, а что вы делаете на моем участке? Ой, Лариса Александровна, а что вы делаете на своем участке? У вас же мюзикл, я по интернету... спрашиваю, что вы делаете на моем участке? А я, главное, по огороду иду, смотрю, у вас такая малина шикарная растет, рука потянулась. Ага, через трехметровый забор потянулась рука. Ну, очень малинки захотелось. Я вообще, когда на ваш участок смотрю, мне много чего очень хочется. Что? Это вы что, еще мой коньяк пьете? Да вы знаете, что мне его сам король Испании подарил? А я смотрю, рубит прям по-королевски. Все, звоню участковому. Алло! Алло! Здравствуйте, Ольга Александровна. Так, а вы кто? Я кто? Я вообще-то хозяйка этого участка. А, вы хозяйка? Да. Так вот передайте вашим квартирантам. Что? Каким квартирантам? Каким квартирантом? Лариса Александровна, я сейчас все объясню. Очень порядочная семья, славяне. Какие славяне? Которые баню спалили, когда плов готовили. Какой плов? Каюсь, не славяне. Все.
Полиция, у меня картошку выкопали. Кто? Кроты, я свидетель. Ага, эти же кроты лопаты побросали и смылись на автобусе. Все, пора собак заводить. Потравят. Кто, кроты? Ха, ну если они лопатами картошку копают, что им стоит в аптеку пойти мышьяк купить, колбаску засунуть, собачке подкинуть? Вы что, меня совсем за идиотку держите? Да что ты разоралась тут? Как будто сроду картошки она не ела. Да не в картошке дело, Оль. Обидно. 10-й год сажаю, а никак не попробовать, а? Хоть какая она, а? Какая? Рыхлая. Пюре с нее вкусное. А слива? Кислятина твоя слива. Только сахар на нее перевожу. Сливовка с нее хорошая. Ой, что тебе рассказывать? Тут пробовать надо. А ну, давай под огурчики. Ларчик, давай, бери. Ой. Слушай, как у тебя такие огурцы вкусные получаются? Ой. Да дело-то житейское. Берешь банку, ага. Туда на дно кладешь листок хрена, ага. Укропчика немножко. Заливаешь рассолом, а потом самая фишка – чайную ложку водочки. А, вот оно чего. Да. Ага. Ну, вообще, закрываешь и в теплое местечко ставишь. Ага. Да? Слушай, я бы тебе только за огурцы народную дала. А мне за них и дали, прикинь. Лар, ты мне скажи, как тебе удается так красиво выглядеть, а? А, наверное, потому что я эту же картошку и не ем 10 лет. Так, спасибо мне скажи, что я весь удар на себя принимаю. А, ну спасибо. Ой, слушай, а правда говорят, что у вас эта дорога в шоу-бизнес через постель лежит? Ну, бывает такое. Слушай, Ларочка, а можно вот хотя бы тропиночку через мой участок проложить, а? Кстати, по поводу дороги. Мы тут всем поселком решили асфальт постелить. Ты скидываться будешь? Потому что если ты не будешь скидываться, нам и смысла нет. Опять ты за свое. Борис, спой, пожалуйста. Все мы бабы-стервы, милый бог с тобой. Подожди. Что? А что ты песню Аллегровой поешь? Баба выпила? Баба хочет петь Аллегровой песню. Классно ты поешь все-таки. А я все никак. Вот всю жизнь мечтаю выбраться на твой концерт, да все никак. Да в чем же дело? Давай я тебе достану билет на Чикаго, на мюзикл сейчас идет. Вот, приходи. Да ты че? Да? А когда? Через неделю. Через неделю. Через неделю не могу, мне кабачки собирать. Да, Горбатова могила исправит. Это ты точно говоришь. А кого? Да иди ты нафиг, Оля. Победительница проекта «Универсальный артист» на Первом канале, народная артистка России Лариса Долина! И команда КВН «Город Пятигорск». За мной! Да, да, Галя. Чё хотели с нами Новый год встретить? Ой, блин, а нас дома нет. Мы это, в Египте. Ой, Галя, дорого разговаривать, давай. Ух, вроде все взял. Я вроде как от Телеусовых отмазалась. Ага. Че, горошек взял? А то я же салат нарезала. Ой, а горошек забыл, прикинь. Как горошек забыл? А как же? Все, сыночек, разряжай елку. Ложись спать. Встретили Новый год. Люк, ну что ты завелась? Ну вылетела из башки. О, что у тебя туда все время что-то вылетает? Прям не башка, а Шереметьево. Иди давай за горошком, я тебе сказала. Так магазины за... Ма, помоги Дедушке Морозу письмо написать. Ты что, еще не написал? Да что-то с башки вылетело. О, Шереметьево 2. Пиши. Прям так и писать. Дедушка Мороз, подари мне айфон. Ну, пиши, раз у тебя совести нет.
Но мне Дедушка Мороз обещал. Дедушка Мороз тот сначала обещает, потом трезвеет. Айфон. Вообще айфон дарят детям, которые учатся на пятерке. А ну неси дневник. Вот, смотри, все пятерки. Вот пятерка, вот в конце тоже все пятерки. Еще... Да. Я сколько раз тебе говорила, что дети, которые хвастаются, Дедушка Мороз им подарки что? Не приносит. Иди, залазь моих, все. Вот, горошек, Люб. А что в руках? Люб, тебе нужен горошек или нет? Да давай, что ты глянь. Люб. Чего? Люб. Чего ты хочешь? Люб. Чего ты, глянь, что ты? Ну, Люб. Да что ты? Ну, Люб. Ну, пойди там в морозилке возьми, только 50 грамм. Соседка, выручай, горошка нет. А то, представляешь, оливье на балкон поставила. Видимо, вороны весь горошек поклевали. Вот что теперь делать, а? Ой, прям горошка нет, конец света. Нет горошка. Вороны, говоришь? Валера, птенчик, а ну иди сюда. Ты что, ошалел? Ну, Люб. Люб. Что она там хоть понаготовила? Ой, да что она там наготовить может? Оливье, холодец. Холодец? Интересно, вкусный? Так себе. Что еще? Ну, бутерброды с икрой. О, а ты икру купил? Так ты же не говорила. Ну, иди купи. Так магазины закрыты. Ну, горошек же ты купил. Мамулечка, тебе чем-нибудь помочь? Да, купи айфон себе. Мамуля, с наступающим! Ой, доча моя, моя красавица, моя, вся в маму. Стараюсь, мам. А вышла замуж за эту квазимоду двухметровую, а я тебе, доча... Здрасте, Любовь Ивановна! Ой, зятек! Вот кого рада видеть, того рада. С наступающим вас. Спасибо. Как мы идем? Да, я уже поздравила. А куда? А я, как же я твою баранинку любимую приготовила? Как ты любишь? Она у вас очень вкусная, но мы правда торопимся. Ай, ну, гуляйте, идите, пока молодые. Давай, дочь, мама. Давай. Баранинка у меня вкусная. А знаешь почему? Потому что это свинина. Жрал, за ушами трещала. Тоже мне гурман, прости господи. Люба, встречай добытчика. Икорочка красная, икорочка черная. Балычок, коньячок. Ты где это все нарыл? Люб, не поверишь, соседи сверху прям не балкон, а гипермаркет. Ну, Люб, что, может, старый год проводим? Давай. Давай. Валер. А, что? Валера. Ага. Ну что, ты ничего не замечаешь, что ли? Господи, Люба. Это же то самое платье, которое тебе было велико. А ну давай сюда. Господи, 11 часов, матери еще нет, а? Кстати, а что мы все время твою маму зовем, а мою нет? Ой, радости сколько мне с твоей мамой Новый год встретить. Придет, сядет в уголок, скукожится, молчит и вяжет. Прям не свекровь, а человек-паук. А твоя мама прям Бэтмен. Ты смотри, при ней так не пошути. А то дед пошутил, она ему такой подзатыльник дала, он челюстью воробья сбил. С наступающим! Мамочка! А где мой внучок, моя кровиночка? Бабушка! Ты у нас учился хорошо, и поэтому под Новый год мы решили подарить тебе айфон от меня и от дедушки. Ой, мам, что ты всех перечислять будешь? Сынок, от всех от нас! Ой! Аккуратно! Валера, быстро! Я думаю, что эти рестораны лучше с семьей, да правильно? Давай, давай, давай. Бараненьку любимую твою, давай. Валера, говори тост. Ну, за лося. Да какого? За лося, я скажу. Тихо. Ой. Уходящий год, год семьи.
Наступает год Олимпиады. Вы знаете, в Олимпиаде, как и в семье, бывают слезы, разочарования, победы, радость. Но самое главное, что она есть, и самое главное, что она наша. С Новым годом! С Новым годом!